Всем привет! Наконец-то сегодня долгожданная серия. Для начала огромный привет, вот просто сказать пламенный. Это, конечно же, женскому полу, девчонкам. Вот с поклоном, можно сказать, вот так вот я к вам обращаюсь. Потому что, ну, как говорится, без вас никуда. Ладно, об этом, обо всем потом. Смотрите, пацаны. Я сейчас, ну, в шубе, это понятное дело, просто я, ну, холодно на улице. У нас уже все. Можно сказать, что та же самая золотая осень 2008. Вот, Mercedes. Вся суть, пацаны. Вот сейчас будет вот в этом вещании, поэтому, пожалуйста, попрошу меня выслушать, то есть то, что я буду говорить. То есть весь ролик зависит сегодня именно вот от этого начала. Смотрите, месяц целый я не могу дождаться гидротрансформатора, так называемого бублика. То есть в первых числах вот этого месяца, сентября, я поехал в город Питер, да, Санкт-Петербург, ну, Москва, то есть посетил, были встречи, там сняли тест-драйвы. И я, когда туда поехал, я за день отправил бублики в транспортной компании, чтобы когда там уже все это дело, как говорится, снимать, я хотел снять процесс разборки, я хотел забрать в итоге и привезти сюда уже после того вот отпуска, прийти и ставить его сюда. Вот сразу. Он еще не у меня до сих пор, хотя сегодня уже 28 сентября. Вы представляете, целый месяц я не могу их просто... Сейчас объясняю. Дело в том, что весь косяк вообще задержки этой серии, это транспортная компания, деловые линии. Вот, пацаны, серьезно. Много людей там просят помочь как-то, говорит, Мишань, как тебе помочь, там запчасти какие-то высылают. Спасибо, кто-то деньгами даже, да, говорит, тебе денежки, денежки. Пацаны, не надо всего вот этого. Просто если есть какая-то такая возможность, кто-то может работать начальником, сделайте так, чтобы вот апатитский филиал вот полностью обновился весь коллектив, который там работает. Понимаете, что я приходил туда несколько раз. Я нормально объясняю. То есть, ну не дебил, по ходу дела, как бы со стороны, наверное, смотрят все-таки. Знаешь, я и в шубе приходил, нормально одевался, приходил. И меня не понимают. Вот просто меня с них не слышат. Никто не извинился. Дело в том, что когда я был вот именно в Санкт-Петербурге, они мне звонят и говорят: Мишанька, говорит, там вот такая ситуация, говорит, не получается никак бублики твои отправить, потому что с них течет масло. Понимаете? Я когда их отдавал, я сказал: вот, пожалуйста, там на дне масло на стенке было, на стеночке, я его сливал. И вот, говорю, не переворачивайте, пожалуйста, по возможности, вот этот как бы гидротрансформатор. Их там две штуки было. А, видимо, они там его по складу таскали туда-сюда, в итоге они его зачем-то перевернули. Оттуда чуть-чуть просто капелька вот масла вытекла, по пакету все это растеклось, тем более, что я глушил, я тряпку внутрь засовывал, я пакетом оборачивал. Они увидели масло и говорят, что мы не имеем права перевозить. Ладно, я попросил друга, спасибо Денису Комкову, я вам позвонил, когда был в Москве. Он пришел, он заново все вымыл, он опять слил масло, он переупаковал, опять отдал. Все, он ушел, сделал свою работу на ура. И все, я-то думаю, что они же ушли. То есть их же опять отправили по второму разу. Но никто мне не позвонил и не сказал, что они до сих пор лежат у них. И пока вот мне не пришлось самому приехать, как говорится, с вертушки уже, ну, не прописали пару ударов. То есть пока вот, знаете, как убьете вот кота в санину, когда макаешь, вот так же, пока вот я не показал вот эти бублики, не объяснил, что это нормально, как бы, что там у них масло внутри, как бы, запотевшее. То есть меня не поняли. То есть буквально 10 минут разговора на складе с начальником склада, пришла женщина, которая все там отправляет, девушка молодая. И вот 10 минут мы общались. Я спокойно себя вел, ни с кем не ругался. И представляете, через 10 минут они ушли, бублики. Они просто уехали. Они сейчас в данный момент уже едут обратно. В чем проблема была отправить сразу их? Вы что там, совсем что ли с ума сошли? Я связался с директором через социальную сеть ВКонтакте. То есть никаких извинений. Просто людям просто пофиг, понимаете? Я, конечно же, хотел приходить уже с камеры, там, ругаться, просто я, как бы, ну, не такой человек, знаете, что, не то чтобы воспитан, да, но просто это будет некрасиво. По ходу дела просто придется вот так плакат брать и вставлять его, допустим, в какое-то видео, чтобы вас знали все в лицо. Вам будет приятно, родственникам, детям. Это ненормально, что я целый месяц сижу в гараже и просто кого-то, знаете, вот ожидаю. То есть это реально просто ненормально. Идем дальше. Как вы сами видите, Mercedes сейчас в черном цвете. Сразу...
наперед. Он покрыт резиной и плюс еще специальный лак. То есть я его залаковал, так называемый, заглинцевал. Почему я сделал резину? Я знаю, что это полный, как говорится, колхоз. То есть вам никому не советую вот именно красить свои автомобили. То есть это сделано, знаете, как бы просто обезопасить, там, не знаю, до перевозки там куда-то на эвакуаторе или что. Ну, то есть это материал, который ты дотронулся и сразу поцарапал. То есть это не краска. В общей сложности на все, вот именно на всю покраску мне потребовалось 20 тысяч рублей, чтобы полностью покрыть автомобиль. 20 тысяч рублей. Почему я это сделал? Дело в том, что если бы я отдавал куда-то его в покраску, где вот действительно там уже покрашенная камера, да, где профессиональные люди, обработка и так далее. То есть, ну, пришел знающий человек, сказал, что это, говорит, Миш, говорит, лучше делать, да, действительно, наверное, вот эти вещи, резины. Потому что больше 100 тысяч идет только на покраску, нормальная краска, если. 100 тысяч рублей. Сам я этой краской не смогу покрасить. Просто не смог. То есть это реально, на самом деле, как бы не так просто. То есть даже вот этот вот результат, это я делал первый раз в жизни. По сути, выглядит, в принципе, красиво, но, конечно же, пацаны, не без косяков. На будущее я, наверное, такими вещами уже больше заниматься не буду. Все-таки, наверное, буду делать как-то уже более-менее нормально. Но, по сути, первый раз, я думаю, что сойдет. То есть здесь не хватает пару заглушек. Здесь, да, это сейчас тоже все в процессе будет ставиться. Дело в том, что на сегодняшний день машина выглядит респектабельно. Серьезно. Даже вот именно так вот резина покрыта. Честно говоря, можно ехать сейчас уже в аэропорт, встречать губернатора, да, если такие вещи, можно свадьбу катать. Допустим, те деньги, которые я потратил, можно отбить, катая просто-напросто свадьбы, да, вот у нас, допустим, в городе Кировске Апатитов. Ну, по сути, машина выглядит сейчас достаточно серьезно, конечно же, с тем, что было, ну, не сравнить ни в какой мере. То есть, реально, машина получилась на ура, блестящая хромированная новая решетка, то есть, более-менее поставили фары, там, протерли, поворотники новые. Даже сбоку, в принципе, ну, да, на старом литье стоит, еще литье не меняли, вроде более-менее выглядит нормально. Значит, пришла посылка, сегодня ее получил от Дмитрия, большое спасибо, то есть он прислал новый тут рычаг, то есть раньше у меня был здесь V12, но она была в печальном состоянии, то есть эта штука получается ну, практически новая, плюс вот эти поворотники новые, то есть они с хромом, то есть до этого поворотники тоже все были разломанные. Вот такие дела, спасибо огромное за то, что вы прислали эту посылку, лобовуха будет по замену. Ну, красота. Ну, не хватает, понятное дело, зеркал, не хватает здесь хрома, нужны шильдики, опять же, все это вот сейчас, вот сегодняшний день, получается, я только вот недавно пришел, мы сняли со стекол газету, то есть прикрепили фары, что задние, что передние, то есть вот как это дело выглядит, вот. Причем прикол в том, что я когда номер снял изначально, здесь, оказывается, кто-то выпилил флексом такую дырку. То есть, получается, у кого-то просто-напросто замок, видимо, багажника сломался, вот он так вот его открывал. Слушай, походу, дело хорошая шпаклевочка. Опа! А? Слушай, знаешь, на что похоже? На эпоксидный клей какой-то, пахнет так вот примерно. Тянется, видишь, как жвачка растаявшаяся. Так, ладно, значит, сегодня по-нерусски. Я так понимаю, что это какой-то отвердитель или что. Ну, я думаю, что хватит, да, примерно? Сейчас пока закроем эту тему. Опа! Вот я думаю, хорош. Слышишь, кстати, она такая же, слышишь? Неприятная какая-то. Так, ну вот, примерно, кстати, на свет пойдем. Как это дело выглядит. Значит, бампер задний, бампер передний. Я их уже отшкурил, то есть на них нету больших вот именно зазубрин никаких. Полностью бампера подготовлены, то есть их надо будет этот помыть передний. Ну и вот тоже там уже есть небольшое отверстие, которое нужно будет зашпаклевать. Итак, значит, машина готова, полностью обезжирена обезжиривателем. Вот она за моей спиной, пожалуйста, стоит, стекла заклеил пылеризатором, все здесь намочил, чтобы не было никакой пыли. Колеса закрыли по возможности, все это сделали, конечно. Значит, вот. Купил вот такой грунт черный, потому что краска будет черная. Это раскрытие, как пользоваться, неизвестно. Да. Грунтовка эта. Знаете, весь уделался. Ну, это нормально. В принципе, уже можно ехать. То есть после обработки грунтовки у нас получился такой матовый цвет, насыщенный.
эта штука быстро, в принципе, да, как бы высыхает. Я не знаю, пускай она сейчас подсохнет, посмотрим, налетели ли какие-то там пылинки, может быть, нет, может быть, что-то еще подкрасить. Но там осталось вот, вот солечко на дне. То есть вот это баночки, это реально мало, допустим, на одну машину. Мне пришлось воспользоваться дополнительным вот именно растворителем. Вот, 2 литра еще ушло. Ладно, пока все это дело пускай как бы у нас остывает. Сушится, смотрите, что у нас есть сейчас. Великая вещь. То есть это подарили мне на встрече. Вот такой сухпай, значит, офицерский, я так понимаю. Смотрите, все это дело здесь, конечно же, лежит. Пюре из яблок, пик соляной. Рис с курицей и овощами. Представляете? Нет, вот самое главное. Это, конечно, самое вкусное. Икра из овощей, представляете? То есть я так представляю, что товарищи военные у нас питаются вот такими вещами. Потому что сухпай до 17 года, то есть он хранится 2 года. И вот, пожалуйста, у нас получается как бы более-менее свежий вариант. Блин, у меня сейчас слюнки текут, если честно. Гуляш с картофелем. Ну, такое название, конечно, вкусное. Вообще, как бы, по идее, тот военный, да, допустим, кто-то питается там в лесу, не знаю, там в полях, допустим, как мы раньше это делали. У нас, конечно, было все скромнее. У нас были тупо галеты вот такие, да. У нас была там одна порция какого-нибудь гуляша. В принципе, все. Вот такие вещи, там, салфетки. Здесь жвачка Стимерова была, я съел ее. Кофе. Таких вещей у обычных, конечно, солдат нету. Понимаете? Ну, это типа юппи, да, сух поет клубничный, знаешь? Сидит, да, там младшой сидит, там вот лейтенантик. На моем веку было столько съедено этих сухпаев, вы даже не представляете. Я в лесу там жил, когда служил 2 года. Вот так отлично. Слушай, все, все положили, кроме ножа. Лучше, конечно, что-то. Солдатов так нож. Да, он не всегда у него. О. Пошла, пошла, родимая. Портативный подогреватель написано, слушай. Не дают-то люди, а. Так, вот так, да, как-то, насколько я помню. Я даже вот реально сейчас не читал инструкцию, но подозреваю, что это примерно как-то, наверное, вот так вот. Ну что, гуляш с картошкой или рис с курицей и овощами? Ну быстрее. Пюрешкой. Картошка, значит. Давай спички-то. Значит, сыр плавленый. Решили, значит, остановиться все-таки на нем. Есть еще, в принципе, паштет нежный, шпик соляной, представляете? У-у-у, красотища. Так, у нас есть в наборе ножик. 1 и 3 ложки. То есть я так понимаю, что. Ой, какой он. Вообще, конечно, нужен был хлеб. Блин, нож ломается. Нужен был как бы хлебушек, конечно же. Нормальный. Просто галета, она. Как бы галета. Горим. Ой, ты ё-моё, блин. Бля. Сними эту. Да подожди ты, ё-моё, блин. Она хоть сготовилась снимать-то ее. Ну как так сделал? Где есть что? Поставь на землю ее. Кого ее? Горячую. Да, подожди, перчатку и поставь ее на землю, да и все. А как вот так на этом самом, на... Ааа, рукавица зажглась. Давай, мне надо доделать. Смотрите, вот сейчас все уже, был финишный слой. Я уже покрыл раз 5, наверное, жидкой резиной. Сейчас я это дело все залачиваю, так называемым глянцевателем специальный, который идет для резины. То есть вот как выглядит машина, просто блестит, нет слов. Ну, конечно, как обычно, пару каких-то комаров прилетело, прилипло. Сейчас их просто отковыряли. Но вот именно сейчас машина вся просто как бы глянет, как вот действительно, как она должна была выглядеть изначально, если бы это было, допустим, какая-то краска. Я подозреваю, что сейчас все равно вот это дело все высохнет, и она все равно будет, ну, немножко, она будет матовая, машина сама по себе. То есть это не краска, не лак. Это в любом случае, здесь такого эффекта, знаете, чтобы зеркало не добьешься в любом случае. Прозвучал такой недавно комментарий, говорит, Миша, говорит, почему ты, говорит, постоянно в одной и той же рубашке? Значит, на сегодняшний день я реально больше сидел в гараже, чем снимал обзоры, поэтому эта рубашка стала автоматически гаражной. То есть, ну, вот так получилось, в принципе. Если честно, вот раз серия такая была долгая, да, вы не думаете, что вот именно сам процесс покраски, тем более неопытного человека, это такое быстрое дело, что я пришел, быстренько облил, быстренько лачком, там, феном посушил, знаете, чтобы 3 слоя в один день сразу же. На самом деле это не так. Так уж получилось, что погода плохая. Ветер постоянно от ворот, и залетала пыль сюда. То есть мне приходилось ворота запечатывать полностью, одевать респиратор и красить. И в этот момент просто-напросто начинает кружиться голова. То есть ты один слой покрасил, того же самого, вот, той же самой резины, да, или лака, допустим, когда вот в конце уже было, да, та же самая грунтовка. Голова кружится, и ты, соответственно, уже просто-напросто скидываешь намордник и убегаешь отсюда. То есть просто в один день я одел пару слоев. То есть, а в общей сложности где-то, наверное, штук 5 ушло.
То есть я потренировался. Получается, что тут нужно так бодяжить, это серьезно. То есть я разбавлял резину, я грунтовку, я лак разбавлялся, и вот этим вот канистры понакупал. То есть в зависимости от того, какая густая, допустим, консистенция там или жиденькая, да, у тебя ложится уже как бы он как глянец такой, да, или уже такой, как рафтер такой уже, пупырчатый ложится. То есть пришлось несколько даже переделывать. Ну ладно, теперь я более-менее понимаю, что это такое, да, опыт есть. Я теперь, возможно, да, уже на будущее сделаю гораздо все аккуратней. Но я, наверное, так делать все-таки не буду. В следующий раз, пацаны, серьезно, это был просто опыт. На этом я потренировался. Если в следующий раз буду красить сам, то уже буду делать краской, соответственно. А так, понятное дело, подходили туда-сюда, там вот хром, этот, хром никелировали, там вот, знаете, такие вещи занимались. То есть приходилось, я по чуть-чуть, конечно, занимался. Но самого главного нету гидротрансформатора, бублика нету. На сегодняшний день машина стоит без коробки передач. У него там кардан сзади валяется. Коробка в подвале внизу. То есть я жду результата, я жду, когда придет все-таки этот, наконец-то же, гидротрансформатор. Мы эту коробку ставим, быстро собираем, я думаю, это день-два максимум займет на всю эту установку, и начинаем пробовать. И вот дальше мы уже отталкиваемся от результата. То есть вы прекрасно понимаете, что даже, может быть, это дело не в бублике, но я просто так сильно надеюсь, что я реально просто надеюсь. Вот рабочий стол, да. То есть судья приходил сюда, что-то здесь, там что-то пободяжил, там вот туда-сюда. То есть, по сути, вот без этого набора ни хрена не получится. То есть нужно и реально и грунтовку, и две разные шпаклевки, всякие затвердители. Говорю, вроде бы цена небольшая, 20 тысяч рублей, и у вас будет такой результат. Ни в коем случае это не поучительный какой-то ролик, да, поэтому я опять же, не, вот обратите внимание, я не называю название вот этих всех вещей. Видите, я с жопой поставил. То есть я не говорю, какие фирмы. И не показываю, как именно я это делал, то есть как шлифовал, там, знаете. То есть основную работу увидели, вот, какие-то вещи, то есть, ну, чтобы вы понимали, можно сделать даже тот человек, который тупо не умеет. То есть без какого-либо опыта можно, да, сделать. И, как говорится, вот на своих ошибках учишься. То есть я уже вижу косяки, я вот их вижу. Возможно, да, один раз машина проедет по городу, небольшая пыль уже осядет, вы эти косяки, возможно, не увидите. Но я, конечно же, вижу, там, блядь, да, что говорить. Пацаны, это, как говорится, такое дело. На самом деле, я думаю, получится лучше. Я думаю, что резина ложится толстым слоем, а оказывается, все равно даже те маленькие риски, которые были там, да, на той же самой шпаклевке, они все равно остались. Вот такие дела. Тот, кто, возможно, думал, что я буду красить этот автомобиль в этом гараже, без освещения, без каких-либо вентиляций, там, не знаю, здесь пыльно. То есть здесь реально, вот если глянцем каким-то ложить настоящей краской, это просто нереально. Я серьезно, как так получается, что, ну, помните, несколько раз я видео снимал, вот машину намыли, да, намыли машину, пару раз проехали под музычку, там, вот она катится, все классно. Мы машину загоняем, снимаем коробку, ставим обратно, проходит, допустим, 2 недели, грубо говоря, выгоняем машину, и вспомните, она вся в пыли. Вот вспомните, можно было лох рисовать просто на стеклах, как, в принципе, и делали, да. То есть получается, что машина, когда здесь стоит, она просто пылится, даже никуда не ездит, даже если никого нету. Я когда лаком ее облил, я ушел домой. Прихожу на следующий день, сутки прошли, комары. Откуда? Вот сейчас комаров нет почему-то. Откуда комары на капоте? А все, ты их уже не соскоблишь, понимаете? То есть вот такие нюансы. Хотел показать какую-то вещь. Сейчас покажу. Так, где как его? Бумажка, где там парни что-то писали. Ты выкинул ее? Да. А, вон он. Значит, подходим к воротам, и вот такая там бумажка написана. Привет с Воронежа, удачи с фашистом, он еще побегает. Вот такой привет нам оставили. Реально, конечно же, приятно, то, что пацаны все-таки знают, что гараж вот здесь такой находится. Хотя он, конечно же, печальный гараж, так, на самом деле. Я уже серьезно, хочу бы быстрее с него съехать. То есть он не мой, он реально, я его снимаю за 6 тысяч рублей. То есть, если будет другой вариант, будем, конечно же, переезжать. Потому что сейчас осень, там уже крыша течь начала. Все, это уже просто-напросто нескончаемый край. Если честно, даже не думал, не получится только из того, что здесь слишком сыро. Я думал, что даже шпаклевка высыхать не будет. Хотя, как говорится, если сильно захотеть, да, то можно сказать, что все получится. Но посмотрите, вот, ну да, вот он там. Здесь нужно еще хром освобождать, то есть нужно резину снимать, тут нужно шпаклевку и грунтовку там очищать. А так, в принципе, как бы нормально, по сути. Единственное, что меня напрягает, то, что вот этот сам материал, да, вот именно сам вот этот материал, он как бы все-таки такой ненадежный. То есть, если ты даже будешь его сейчас пальцем тереть, то есть, если обычная какая-то краска, да, заводская, ты тряпкой стер свои отпечатки, все нормально. Здесь все равно будут остаться следы. То есть, это как бы такой, ну, если так можно выразиться, колхозный вариант покраски автомобиля. Но для нашего случая, именно для нашей, не то чтобы серии, а для нашего Мерседеса, пока этого достаточно, серьезно. Потому что если что-то делать, это нужно просто-напросто больше 100 тысяч вкладывать именно только в покраску.
Если бы я буду уверен, что машина будет ездить каждый день, никогда коробка у нее в аварийный режим падать не будет, тогда уже будем с вами по-другому думать, по-другому рассуждать. То есть на сегодняшний день, именно на сегодняшние финансы, на сегодняшнее настроение, я решил именно сделать так. Просто-напросто, не обессудьте, как мужик, да, взял, оп, принял решение и все. То есть хочешь, не хочешь, это я принял такое решение. А так, пацаны, конечно же, процесс такой, знаете, если честно, ну, трудоемкий. Говорю, просто-напросто тошнило от лака, от этого запаха и так далее. Вот такие дела. Вот такая вот серия, она у нас получилась без, как говорится, экшена, да, без погони, там, знаете, без какой-то там смысловой нагрузки, развязки и так далее. То есть без привлечения каких-либо других людей, ну, в принципе, как обычно бывает. Ну, по крайней мере, это была такая гаражная серия, нету сил больше просто ждать. Серьезно, люди пишут, парни, блин, где Миша Мерседес, а что я вам объясняю, что я вам скажу? Что я жду эти сраные бублики из-за того, что вот эта транспортная компания меня подводит? Ну как, это же просто люди меня не понимают и мне не верят в этом. А как, я же не могу прийти, да, что там, дебош устраивать, что ли? С вертухи так, что ли, делать? Ну, по ходу дела так и начнется в будущем. Ну как еще, как с людьми разговаривать, вы научите меня, пацаны. Серьезно, не хочется ни с кем воевать-то, за такую парашу-то. Люди вообще просто тупо свою обязанность не выполняют. Будем думать, будем разговаривать по-другому. Поэтому, пацаны и девушки, женский пол, я вас уважал, серьезно, прошлое видео было 500 дизлайков, я знаю, что это вы ставите, но Mercedes, как говорится, вы видите, будет ездить, пацаны и девчонки. Всем спасибо за просмотр, ждем бублик, он, по идее, должен был сегодня выйти, сейчас буду почту проверять, возможно, напишут, что он уже идет. Всем пока!